мы переходим к нашим страхам. Это тоже наши тараканы, да? Они меньше, но они тоже есть, да? Что наши страхи нам дают? Что мы боимся? Мы боимся то, что нам скажут люди. Мы боимся обратной связи. То есть вот эти два таракана – это один? Это один жирный? Да, молодец, Федя. То есть вот эти два таракана – это обратная связь, но это в основном, понимаете, мы боимся того, что о нас скажут, да? Обсуждение, осуждение, что нас скажут, ну-ну-ну, нельзя-нельзя, нельзя сидеть дома работать, какие видеоблогеры, ты должна ходить на завод, ну-ну-ну, это не работа, когда ты ходишь там, встаешь 12 часов дня и работаешь до 2 часов ночи, работай, чтобы ты, допустим, в 8 утра выходила, стояла на остановку, ехала на метро там в пробках, ехала в офис, и там с 9 утра до 6 вечера в офисе там горбатилась и приезжала домой. Мой уставший, говорила, о, как мне это все надоело, я бы хотела бы, не знаю, там, да, и потом раз там в год ездила в Турцию, 20 лет, после этого у вас старость, одиночество, нищета и голод, вот просто, да, поэтому кто вас может обсуждать? Вы думаете, что вы такая звезда, что вас будут обсуждать люди, которые, вас смотрели? Наверное, нет. Они про вас забудут. Я знаю по себе, что обо мне будет помнить после моей смерти. Будет помнить Федор и его дети. Его, Федора, внуки уже не будут обо мне помнить, это уже факт. Даже вспоминать не будут. И я с этим живу, да? И вы живите с тем, что после вашего выступления люди не будут вас обсуждать, они не будут там встречаться, делать... Давайте мы создадим там клуб любителей, там, либо там клуб нелюбителей. То есть вы дали полезный контент, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Все. И на этом ваша миссия комплект. Закончена. Обсуждать, ну, вас там, да, вряд ли кто-то, а если будут, то у людей другие есть проблемы, да. И опасение обратной связи, ну, там, опаска, да. Она и вызывает наши все вот эти вот страхи, волнения, что скажут люди, что они подумают, да вот барабан, что они подумают, да? И уже понятно, что вы должны обратную связь, я специально выделил ее отдельную графу, вы должны эту обратную связь превратить в своего союзника. Вы должны спрашивать у своих зрителей, что вам понравилось, что не понравилось, пишите вопросы, общаться с ними, и обратная связь – это ваш союзник, то есть вы должны завоевывать аудиторию. После завоевания вашей аудитории вы будете наслаждаться выступлением, потому что вы будете, понимаете, как классно, когда даже 5 человек ждут ваше выступление. У вас не может ждать 500 человек, у вас может ждать только 5 человек, потом это будет 7, потом это будет 12, потом это будет 20, потом это будет 200, но это будет, если вы будете постоянно выступать, вот постоянно, да, посмотрите, как выступают на TED, как там круто, там люди, которые идут, они там 20 минут дают полезного контента, которые никогда раньше до этого не выступали. И как их штырит в конце, да? Смотрите успешное выступление, не слушайте окружение, любите себя и все у вас получится, обязательно получится, и вы будете реально наслаждаться выступлением.